4 марта 2019 года. Город Дивногорск. Вернее, не город Дивногорск, а вот его окраина. Вон там, вот за лесом, старый скит находится. Здесь вот, а здесь вот промышленное предприятие. Теплосети, самое хлебозавод вон там, вон. А сегодня 4 марта, и у православных христиан начинается масляная неделя, которая продлится с 4 числа, то есть сегодняшнего, и по 10 марта. 10 марта у нас будет прощенное воскресенье. Ну вот, поздравляю вас всех с праздником. Желаю, покушать блинов. И всего вам доброго. И еще что-то вспомнилось. Вот на этом месте стояла одна из двух труб в городе Дивногорске. Это была, по-моему, котельная хлебозавода. И была такая высокая-высокая труба. И вот у мужиков, у водителей, был такой термин «за трубу ехать», «за трубу». То есть ехать в город Красноярск. Потому что мне рассказывали, значит, люди проработали в автопарке, в автобазе всю жизнь на грузовой машине, значит, по Дивногорску. А если надо было ехать в Красноярск, какой-то рейс, то они до скандала доходило, и вплоть до того, что ключи бросали начальнику на стол, типа, мол, езжай, ключи от машины, то, мол, езжай, я туда не поеду в Красноярск. То есть были такие водители, которые ездили только до трубы. Вот такой термин что-то вспомнилось мне. До трубы. Смешно.